Вот из этого помещения, где, судя по вывеске, торгуют цветами, изъяли свыше 1500 литров спирта, содержащей продукции, и более 400 коробок с так называемым элитным алкоголем, виски, коньяком и так далее. Как выяснили полицейские, вывеска «Живые цветы» была только ширмой. В доме надворной постройки и гараже предпринимателя хранилось 7 200-литровых и 35-литровых канистр со спиртом, а также 407 ящиков с алкогольной продукцией различных зарубежных и отечественных брендов. Представленному у флориста ассортименту водки, текилы, коньяка, виски и вина позавидовал бы хороший магазин. Алкогольная продукция даже на первый взгляд была с признаками контрафакта. Вся данная продукция была маркирована акцизными марками, содержащими явные признаки подделки. В настоящее время осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в отношении данного лица будет принято процессуальное решение. Он будет привлечен к ответственности.